Здравствуйте, Олег Викторович. Мы знаем, что летом этого года, то есть 2016-го, по приглашению известного социолога религии, директора-основателя Центра изучения новых религий Массимо Трелли, он пригласил вас к себе в Турин, где вы в том числе обсуждали вопрос о сотрудничестве. А сегодня уже сам Массимо Трелли приехал к вам в Одессу, где давал недельный семинар. Собственно, поэтому мы с вами встретились сегодня. Let me first thank you very much for this invitation, and particularly Mr. Matzer, with whom I had a very interesting meeting in Torino in June. И хотелось бы сказать, что это событие номер один не только для Одессы, но и для всех уважающих себя специалистов, от журналистов и до ученых. И у каждого из специалистов была возможность не только повысить свой уровень квалификации, но и также поговорить и задать вопрос лично Массимо Интервини. Ведь он в Одессе не так часто, вообще первый раз на Украине, хотя несколько раз уже был. И первый вопрос будет такой, вот стоит рассматривать ли его визит к вам как более дружеский или все-таки больше в рамках рабочего аспекта? Ну, он открыто сказал в начале как бы семинара, что он приехал как друг. And now I'm coming very much more as a friend. Какова вот цель была? Вот недельный семинар практически, можно сказать, подошел к концу. Какие вопросы были заявлены на семинаре? Мы, организовывали этот семинар для повышения квалификации адвокатов, юристов и специалистов в области борьбы с религиозным экстремизмом. То есть, по сути своей, мы повысили квалификацию наших сотрудников, повысили квалификацию партнеров в этом направлении. А кто мог принимать участие в самом семинаре? Это закрытый семинар был, он проводился только для наших сотрудников и партнеров. Тот объем информации, который вы получили в конце, и знания, которые были даны Массимо Интервини, они соответствуют тому ожиданию, которое было? Думаю, что достаточно сложно было что-то ожидать от Массимо Интервини, кроме как бы триумфа по причине того, что этот человек патриарх в области социологии и религии, как бы человек, который ходячая энциклопедия в области судебных прецедентов и методов борьбы с религиозными экстремистами. А поскольку главной темой все-таки была, как вы сказали, борьба с религиозным экстремизмом, а какими ресурсами нужно обладать, чтобы можно справиться с этим? Мы рассмотрели модель, которая как бы говорит о том, что 4+1, так называемую, которая как бы говорит о том, что есть 4 как бы ящика вооружения религиозных экстремистов, и такие же ящики есть как бы у вас. Да, то есть, как бы, и вот, содержание этих ящиков и решает как бы вопрос, как бы, насколько вы успешно сможете сработать как бы против религиозных экстремистов, прекратить их деятельность и не дать подорвать свою деловую репутацию и прекратить существование ваших бизнесов там, и прочие как бы вещи. То есть, цель всегда же одна у религиозного экстремизма – это ограбить и принести максимальный вред как бы, за чужие как бы, деньги, уж понимаете. А стоит ли ожидать, что он снова приедет в Одессу, возможно, не один раз? Думаю, что этот вопрос требует обсуждения с Массимо Интервини. Пока как бы, у нас все сотрудничество сосредоточено в Европе.